Доброе утро, и мы продолжаем отсчитывать наши 180 минут новостей на завтра. Наш коллега Михаил Рыбакидзе побывал в гостях у грузинского певца и композитора Дато Ходжадзе. Смотрим рубрику «По домам». Доброе утро, доброе утро. Добро пожаловать. Простите за ранний визит. Сегодня мы находимся в гостях у певца, композитора и аранжировщика Давида Ходжадзе, или, как его называют, Дато. Милости просим. Спасибо большое. Дыхание твое я ловлю, и страстно, и нежно люблю. Ты счастье, что многим только снится. Этот дом расположен в самом сердце грузинской столицы, в старом Тбилиси, буквально в 10 шагах от резиденции президента Грузии. Это первый этаж, где вот реально вы вместе с семьей тусуемся, с ребятами. Кубки, стаканчики. Все да, есть. Того, что... Любого размера, абсолютно любого размера. Я могу похвастаться, что я изо всех этих уже пил. Вот из такого огромного кувшина кто-нибудь пил? Ну, у меня есть один друг, который реально может это взять и выпить. То есть вот. Еще можно покорить вот и такие высоты, да? Вот это я всегда называл баром. Место, где реально, вот, когда приходят люди, гости почему-то все сидят здесь. То есть здесь тоже у тебя зона отдыха? Это зона отдыха, да, номер два. Да, это, ну, так, чтобы чисто, ну, поговорить. Можно вот так сказать, что это и тоже мой дом, но это отдельная территория, где я просто реально захотел открыть там что-нибудь, исходя из того, что у меня очень много друзей и здешние, и из России всегда приезжают ребята, и всегда, чтобы, знаешь, там куда-то там не ходить по ресторанам, все такое. Я просто вот сделал вот такое помещение у себя. То есть, чтобы никто бы не подумал, что здесь ресторан или кафе, это исключительно только для друзей Дато. Что это такое? Это твой маленький дворик, а ты собираешься снимать клип с участием этого антикварного мустанга? Не, это моя гордость, если честно. Это семейная машина, уже можно так сказать, 20 лет эта машина есть у нас в семье. Дато, большое спасибо за то, что ты в столь ранний час уделил нам внимание. Мы знаем, что вот тебе уже буквально нужно ехать в аэропорт. Мы желаем тебе приятного полета и удачной посадки. Спасибо. Я хочу сказать с добрым утром. Спасибо, что ты ко мне пришел в гости. Большое спасибо. До встречи, Дато.